прогнать. Он блочит, блочит, блочит. Убача. Да, забирает в итоге баунти руну, но и должен выживать Фурион, по идее. Да, не бойся, он пеньков уводит, пеньков бы направил, но Оракл разбил бы все лицо. Слушай, он может умереть по итогу. Нет, не должен. Ну что ж, по итогу поровну поделили баунти руны, получается, еще одна тычка залетает, да ладно! Топорики не... Сколько? 15 хп. В принципе, может просто домой уйти, с ТП вернуться пешком. Это будет нормально. Это лучше, чем тут стоять без ХП. Ну, пока он не собирается вроде как уходить. Продолжает регениться за счет тангусиков. Но, окей, посмотрим, как будет здесь на линии. Здесь, получается, у них довольно неприятный лайн. Это Оракл вместе с троллем, который будет довольно сильно напрягать. Против них стоит Легионка. В принципе, тоже довольно плотный персонаж. За счет моментов кураж тоже может сильно сражаться, пытаться пробивать здесь того же Оракла. Оракл довольно ватный парень у нас выходит в миди. Самое интересное, наверное, будет ОД против дровки. Я еще ни разу не видел, по-моему, такого состояния. Ни разу в жизни? Ну, когда-то давно видел, но вот за последние, наверное, не знаю, полгода точно ни разу не видел. ОД побеждает. Должен побеждать, конечно. Я видел... У него просто больше дэмэдж надо. На Дринаниле у нас был лайнап, где у нас Эмбер стоял против ОД, который в салат просто проиграл эту линию. Так, ОД один из самых сильных героев в миде, потому что за счет астрала он прячет в этот астрал и в этот момент добирает крипов, добивает. Внезапно. Внезапно, действительно. Да, внизу погибает тролль Варлорд, отправляется в таверну, и коллапс зарабатывает первый фраг. Ха, интересно. Ну и на топе, конечно же, у нас фармящий получается герокоптер. Помогать ему здесь будет стоять на линии Чен. Ну а против них Дум, как мы уже говорили, вместе с Бэтрайдером. Тоже довольно неприятная линия. Ну, Дум, Бэтрайдер — это очень неприятная линия, если что. Ее контрит Оракл, но Оракл в их же команде. Да, кстати, и Оракл погибает. И это второй фраг. Это вызывает вопросы. На самом деле, ситуация, происходящая здесь на линии. Ну, да, просто не... Как тут можно умереть? Это нужно самому пойти и умереть. Ты... Эти герои же тебя не могут убить, Фурион и Легион, до определенного момента, естественно. Не, ну вообще Фурион такой персонаж, который довольно много урона. Да, но убить они тебя не могут. Если ты рассчитываешь урон, то у них же нет ни стана, конечно, ни каких-то там меганюков. Если ты рассчитываешь урон, то ты никогда не умрешь. Ты, ну, как бы, ты размениваешься, отходишь, лечишься, там, что-то такое. Поэтому то, что они тут два раза умерли, это чисто их косяк. Так, конечно, не стоит делать. Да, и Легионка уже начинает потихоньку наглеть. Забегает прям вот в наглую, так вот, понимает, что довольно сильна она на линии. Пока что, как и предполагалось, доминация полная на центральной линии также от УД происходит. У Дума все очень хорошо, отлично фармит. У нас спруты залетают, Зитрекс идет вперед, пошли топорики. И добирают в итоге у нас Фуриона, отправляют в таверну. Первый фраг для команды Вега. Я просто объясню, почему они гениальны. Потому что спруты сейчас дают x2 реген. Это как будто бы ветку поставить. То есть он спрятал Зитеркса в спруты. Зитеркс съел это, эти спруты тангой, которые у него есть. Получил x2 реген. Еще и убил. Нормально. Вот это максимальный профит. Ну тогда, это за какой смысл вообще пытаться прятать тролля в спруты? Мало того, что он бить из них может, так он еще и регенится. Да, у нас такой же жадный билд на Думе. Мы видим, просто многие игроки играют по-разному. Вот я сколько игр видел за последнее время, но здесь пока что Макшин и Деваур второго левела уже имеется. И пошла агрессия, да. Скорее всего, герокоптер должен отваливаться. 300 к напалма, герокоптер горит. Бести забирает в итоге. Ой, вот, догорит ли? 20 хп. Догорает, в итоге выживает. Герокоптер, Бет не доиграл, кстати. Он должен был сделать ударчик один, может даже два. То есть ничего ему не мешало это делать. Пока он летел уже над герокоптером, надо было просто один удар. Под тремя напалмами он бы так хп на 80 бы ему всадил, точно бы убил. Ошибка. Ошибка. Вот опять спруты залетают. Пытаются забрать здесь Зитрекса, но... А, собственно, та же история. Ну, собственно, та же история повторяется, потому что очень больно теперь еще и Фуриону, но благо захил уже пошел от Оракла, и он еще прожал стики, я так понимаю, там и довольно неплохо отхилялся. Да. Ну и у нас довольно оживленная такая дота, несмотря на то, что как бы я скептично немножко относился. Да нет, ну, скептично-то точно. Не то слово, да, для этой карты, для этого противостояния. Сейчас скептично, есть такое слово, скептически. Ну, короче, не суть. Короче, точно тут будет экшен. Другой вопрос, какого качества? Пока ошибок очень много. И тот, и другой коллектив совершает, немножко не доигрывает. Но Doom, прошу прощения, ОД, например, в миде очень сильно вырывается вперед. Нас на топе опять пытаются напрячь. А вот и Фурион, кстати, пролетел, отлично. Гурин пошел до конца, должен убивать, убьет. Может улететь с ТП, наверное, или у него что там, нет ТП. Ну, Дума, не знаю, надо посмотреть, что там. Да, имеется ТП, просто делает паут. Ну, у него очень много регена с собой еще. Слушай, он даже там и фласточку не потратил. Добрал за счет того, что скушал Гарпию. И как раз-таки за счет этой молнии добрал. Ну, тут очень удобно, что Шрайн сейчас появляется. Может его отпить он.
Может, еще даблстак успеть сделать какой-то, если гений. А если нет? Ну, если нет, то нет. На нету сюда нет. Так. Да, то у нас борьба за баунти руны. Пытаются плавить здесь коллапса. Пошли топорики. В итоге забирает себе баунти руну Catfish. Ну, коллапс заберет вторую. У нее там фласочка уже есть. Регенится, вернется обратно легионка. Ну и что по факту получается? У нас три баунти руны забирают себе ребята из команды Вега. Да? Так, Catfish и две забирает Патрайдер. Проблема у Зитеркса небольшого характера. Закрывает его пенька. Он убил просто этого пенька. Но он должен слушай, умирать. Это фраг, это должен быть фраг, да. За ним идут, конечно, до конца, но слишком мало хп и некому было помочь. Ноль помощи. Да, потому что Оракл был далеко. Реально ноль помощи, Бэтрайдер какой-нибудь, вон я вижу, у него фулл мана, фулл хп мог бы прилететь. А у него нет ТП, потому и не мог бы прилететь, видимо. Видимо, да. Там тем временем в самоках Оракл отправляется расставлять вижены. Смотрю, два обсервера имеется. Да, вот он уже заходит, будет ставить. Пока что на центральной линии УД, конечно, все замечательно, как и предполагалось. Довольно сильно вырывается вперед ГПК относительно своего оппонента. Кстати, как раз-таки команда Вега и была той командой, которая играла и на адреналине. Вот, я вспомнил. Вспомнил, что внезапно, да. Но слишком много матчей было, потому что там у нас и... Проблемы. Проблемы у дровки. Ну да, но правда, Сайленс отлично используется и живет. Живет. Да, летел даже Чен, отменил в итоге телепортацию. Но дровка уже начинает напрягать. Но опять же, дровка теперь имеет приятную опцию. На шестом левеле можно смещаться в лес. Многие игроки это используют. Так и будет. Да, просто идут и выфармливают. А у Д уже три нулика имеется. Вот так. А у дровки три банда. Да. Дота так же сложна, как шахматы, поэтому, сам понимаешь. Самое забавное, что в шахматы я играл всего лишь один раз в жизни. Так, ладно. Тем временем на топе, ты имеешь в виду, я надеюсь, Dota Autochess, имеешь в виду шахматы или какие? Нет, обычные. Обычные шахматы. Хорошо. Опять он фидит. И опять Геркоптер на 40 хп выживает, не умирает. Коллапс бежит, регенится, живет, умирает. Эликс тоже умрет. Да. Должен. По крайней мере. Не отпустит его, скорее всего. У Кэтфиша, правда, мана нет. Вот в чем проблема. И ушел, как ни странно. Так, у Дума тоже все замечательно на линии. Пока что будет играть себе через фейзы, я так понимаю, без медастиков. Просто многие Думы, когда... А он, может, купит потом. Максит Деваур именно, стараются медаст побыстрее выформить. Ну, опять же, тут вот всегда есть приятная опция. Забежать, там, Крипачена скушать тоже. Ну да. Доставляет проблем довольно много. Он может, ну, как, не обязательно медаст прям раш. То есть он может купить себе там фейзы и даже еще что-то потом медаст. Но пока у него по нетворсу все замечательно. Два героя отлично фармят. Единственный, кто не очень хорошо фармит, это тролль. Но если посмотреть на всех других персонажей команды оппонента, не так уж он далеко и отстает по денежкам. Так что, я думаю, наберет еще свое. Ну а дровка, как и говорил, из шестой получила и смещается просто в лес и начинает фармить. Да, еще и стакает себе, да? Ага. Да. Кругом стаки. Молодец, Да, приятная опция. Опа, плюс бабло. Окей, Фуриона появилась тем временем медалечка. На топе опять агрессия на Герокоптера. Это уже, наверное, третий раз попытка выйти на него. Он уже два раза нажал на лох ХП. Ну, на этот раз-то заберете, я надеюсь. Да ладно! Обычно, когда такое видишь, там, ну, первые два раза... Первые два раза, ладно, бывает такое. Но, ребята, если вы обратите сейчас внимание на правый нижний... края экрана вашего, то у нас там имеется код. А код этот позволит самому быстрому выиграть аркану. Описание имеется под стримом, как это сделать. Ого, и где его вести. Я пошел. Так что я вам советую мы поторопиться. Мы это видим раньше, да, чем все у нас станем? Вообще, да. Если честно, да. Вот и мои арканы подъехали. Да, потом не удивляйтесь, что там все-таки... Сегодня вечером стрим запускаю, розыгрыш аркан. Розыгрыш аркан. Именно так. Так, ну а тем временем в миде Вега забирают Т1. Без какого-либо сопротивления. На топе там опять, похоже, какая-то драка намечается. Или нет? Или да? Нет, там Чена просто прогоняется. Постоянный возник, кстати, да. Геркоптер уже выжил три или сколько раз? Вот, три раза. Я вот не успел договорить, а к тому, что ты когда выходишь... Ну, первый раз не удалось. Ну, второй, но третий-то должен быть результативным уже. Но и даже третий раз не удалось забрать. Ой, хорошо, тут шваркает, конечно, с ультимейта, но в ответочку тоже прилично урона залетает по ГПК. Но, правда, никто не погиб. Никто не умер. Но, несмотря на то, что Геркоптер типа не умирает, напряжение на него очень серьезное создано. Как мы видим... Фарм у него далеко не самый хороший. Да, и тролль начинает вырываться вперед по опять фарму. Он, опять да, он, но он, тут, думал, кстати... он опять не умрет.
Да, есть дуэль. Есть дуэль для коллапса. Он выигрывает ее. Отлично. Дум погибает. Улетает отсюда с ПСС. Сбить ТП было нечем. Да, ну, в итоге подарили фраг. Подарили плюс урон для Легион Командер. Приятно. ПТшка тем временем появилась для дровки. Тут еще не конец. Сейчас будут баунти руны. Будет драка. Спрятали в астрал пока что у нас Легион Командер, я так понимаю, да? Да, должны его отбивать, по идее. Ну, легионка довольно плотная, живет, стики прожимает, ее опять прячут, здесь уже Чен, здесь уже Фурион, пошла ульта, неплохо сейчас должна... Нет, не очень сильно продамажила. И все что-то убегают так. Да, дровка тоже перетянулась, в итоге фраг сделать не удалось, здесь уже гирокоптеры решили Вега отступить. Тем временем тролль внизу, один-одинешенек, продолжает фармить, его там особо никто и не напрягает. Burst damage не хватает, да, команде, да и станов вообще не хватает. В принципе, ни тем, ни другим толком не хватает, ни burst damage, ни станов, тут как раз-таки часто могут игроки убегать, как-то выживать. Особенно, если появятся всякие форстафы. Ну да. Тролль продолжает фармить, у него дальше будет Battle Fury появляться. Ну, опять же, нормальный, обычный, стандартный билд для тролля. Хотя, другие игроки, как правило, бывает, что если слишком контактная дота, многие собирают быстренько какой-нибудь Сенджин Яша, Доминатор, Сатаник, прошу прощения, и уже входят в драки. Но здесь именно фармящий будет тролль. И у нас ставится очередная пауза. Фармнила. Это уже какая пауза-то? Четвертая? Четвертая, наверное, да. Что не так-то? Ну, да. Фармящая дровка нам подсказывает. Обсервер, что не там. Не, ну правильно. Блинк. Да, блинк нужен. Блинк, блинк. Или Shadow Blade, наверное, может быть. Ну, не, ну блинк или хороший. Или Force Staff. Зависит от того, как ты привык играть. То есть привык с блинком. Можешь брать блинк. Потому что блинк хороший предмет. Если ты будешь грамотно держать дистанцию. Я знаю, что, например, Элидан, когда играет на дровке, тоже предпочитает зачастую блинк-дагер, но у него тут два любимых артефакта. Либо форстаф. Но форстаф... Сильный предмет. Если ты... Если хорошая микро, если ты уверен в себе, то... Ну, как ты очень много чего можешь ходить. Бэтрайдер прыгнул на тебя, ты прыгнул от него. Там, Дум прыгнул на тебя, ты прыгнул от него. УД даже прыгающий на тебя и пытающийся спрятать в астрал, ты можешь это дело тоже отвейдить. Ну и опять же, у тебя большой урон на дровке, и тебе нужно не только уходить, но иногда сокращать дистанцию. То есть началась драка, и ты видишь, что где-то сбоку стоит Оракл, такой занял позицию, тебя никто не видит, ты просто прыгаешь на него, даешь сайленс, убиваешь быстро. Так, у нас тут выход на коллапса, но коллапс пока что живет. Набегает спейс, у него там имеется ласт. Коллапс должен умирать по логике. О, да, и троим заберут. Никто не помогает. Прилетел Эликс, он как прилетел один вообще. Ну, это конечный, по-моему, прилет. Не, он, конечно, прикольно очень спруты использовал и бейков вызвал, так что закрыл Оракл. То есть это Mind Control наш русский. Но он отдал даблкил для тролли. Это дополнительный буст для кэрри вражеской команды. Как то бы. Есть покрасоваться-то он покрасовался, но толку-то стало не очень много. Да, и вот у него уже 200 на руках, покупает себе Зитракс просто Demon Age, и мы понимаем, что половину БФ он уже собрал. Да и Зитеркс довольно неприятной ситуации, которая у него была в начале, выбрался уже в топ-2 на Творса. Да. Грамотно здесь уходит, конечно, ГПК. Забрал гирокоптера. Возможно, сейчас попробую, да, Чена подловить. Ему вафли. Да, Чен здесь уже никак авторитетно не выживет. Заявляю. Ну может... и, честно сказать, пик Эликсов. Ну, пока... Не работает. Мне кажется, уже и не сработает, потому что, мне кажется, пик ребят из команды Эликс был рассчитан на то, чтобы они вот прям раннюю доминацию какую-то в игре вот вообще вот пошли по линиям, задавили, но пока что они этого не сделали. Ни одного тавера не упало у команды Вега Сквадрон до сих пор, как бы уже 13-я минута. А артефактами они продолжают обрастать, и когда обрастут, станут довольно плотными, и как ты будешь их пробивать, непонятно. И хотя вот уже сами Вега идут и пушат. Твоя правда? Твоя правда, действительно, не вполне понятно, как они тут будут выбираться из этой ситуации с их пиком. Потому что он все-таки был направлен на определенное давление. А давление оказывается на них. И они, в общем-то, проиграли все линии по итогам. Ну вот, они выходят только сейчас на нижнюю линию, но уже 14-я минута, как бы, практически. Ну, немножко поздновато. Но заберут, наверное, Т1. Правда, Т1 на топе также они уже потеряли. Продолжают фармить Вега, не собираются биться за этот тавер. Их можно понять. Пока что барабанщики только в наличии у гирокоптера. Хочет себе выформить дальше БКБ сразу, судя по всему, да. Без всяких яшных промежуточных. Какие-то. Вообще они могут позволить себе драться, если захотят. Просто что-то они не хотят. Но они не могут собраться. Они, в общем-то, сейчас ничего не делают. Это я про Вегу. Вот начали сейчас только верхнюю вышку пушить. Но толком ничего не успеет там. Но там размен будет. На Т2, на топе также выходит Вега. Ну, они долго будут ее ломать. Здесь намного быстрее. Ну, конечно.
Но это все же лучше, чем ничего, потому что в это время продолжает также фармить тролль свой Battle Fury. Потом, скорее всего, захочет себе какой-нибудь возможный БКБ еще выфармить. Кстати, на топ есть перетяжка. Возможно, будет попытка подцепить кого-то на отступление. Вот за Гурином погоня. Но Гурин уже делает ДП отсюда, да. Все, скрылся. До свидания. Ну что ж, в итоге Т2 внизу забрали у нас оппоненты Веги, но неплохо. Опять же, но по деньгам для них лучше ситуация не стала. Вега по-прежнему лидирует 4000 золотых, и я думаю, что натворцы будут продолжать расти. Там форстав дальше после блинкдаггера будет появляться для дровки. Не, ну и Алекс, смотри, они дошли до какой-то, не знаю, до какой-то критической массы предметов и уровней, и начинают активно прям навязывать какую-то, ну, то есть делают правильно. Хотя бы проигрывая, они не зажались на базе и не ждут своего конца. Они вот идут куда-то пушат, что-то делают. То есть это может принести определенные плоды, то есть если они сейчас выиграют драку, ну, вдруг, а они могут себе это позволить, потому что проигрывают они не настолько много пока, то вообще они могут и неожиданно засноуболить. То есть шанс еще есть у них какой-то. Ну, по крайней мере, они хотя бы начинают отыгрывать свою стратегию на игру, начинают пушить. Это уже приятно. Забрали Т1 на топе, будут выходить дальше на Т2. Вега вроде бы как перетягивается, за исключением тролля. Тролля в драке не будет. Нет, тролль летит, все, прошу прощения. И вот она пошла драка. Кого-то должны убить. Кто-то должен умереть. И это, видимо, гирокоптер. Правда, гирокоптер очень плотный, живет. Пошел у нас Эклипс сюда. Здесь еще погоня за Эликсом за самим. Эликс делает ТП, но получит там Infernal Blade. Нужно попытаться все-таки улететь. Хватит ли урона? Да ладно, нет, все-таки не улетает. Там где-то Чен еще подцепили. Это было, будет уже третий фраг сейчас. Да ладно, добейте уже бедного Фуриона. В итоге минус 3 оформляет Вега здесь. Засейвили самое главное Т2 свой. Или нет, подождите, я там не вижу из-за того, что... А нет, Т2 не засейвили. Огромная пачка крипов была. Думал, что Тавр стоит, но нет. Ну что, в итоге на Тавр отдали трех героев у нас. Эликс. Это все, что они смогли сделать там. Вообще похоже на конечную для них, потому что, как мы видим, они драться не могут вообще. То есть у них нет идеи о драке. Они пушат-то, конечно, бодро, но если приходят Вега, то все, что в голове у Эликс, типа, каждый сам на себя, бежим. Кто, типа, не успел, тот лох. Что-то такое. И в итоге все умирают. А как, ну, как бы, с таким подходом, как выиграть-то игру? Очевидно, никак. Пока не ясно, все верно. Так, ну что, там дабл дэмэдж лежит около Рошана. Под ДД-то можно и на него зайти. А, ну тролли легко убьют, ну, да. Рошана за ДД, это правда. Потанчат Дум. Вот как раз нет, слушай, подраться хотят. И им навстречу выходит заманивают, Зима. Здорово. Есть дуэль, но сразу же спрячет у нас в итоге Дума. Думаю, не удастся забрать. Врывается ГПК в спину, нашинковывает здесь дровку. Погибает у нас еще Чен. Коллапса тоже забирает, уже минус 3 в сумме сделали. Пытается улететь Эликс. Сбить бы, да, успевает сбить. В итоге ему телепортацию, и можно забирать еще и Фуриона. Хотя есть форстав, погоня за Фурионом. Эликс, очень много там инты уже ГПК. Да, у ГПК там, он, судя по всему, начал драться. У него уже была инта, да. Еще с прошлой драки какая-то там небольшая. И вот он себе настакал еще 40, жесть. Да, очень много урона залетело у нас от УД. Я не удивлен ни разу. В это время забирают в итоге Рошана ребята из команды Вега Сквадрон, а Егис, конечно же, забирает себе тролль. И дальше, ну, стандарт. Саша Яша плюс Сатаник, скорее всего, будет приобретаться, если он успеет, конечно, купить, если игра быстрее не закончится. Вообще, если бы у Веги, у Думы, например, были бы какие-нибудь грифсы, ну, думаю, не идут грифсы, но я в теории, то они могли бы уже заканчивать. У них просто аур нет таких на хил, вот что-то такого, ну, нет. Ну, пока мы видим, Гурин собирает себе Crimson Guard, тоже хорошая штука, учитывая, как много там сурки раздают, там та же дровка гораздо не так больно будет пробивать, в общем, сквозь. Это правда. Это не только дровка. Пинки не будут бить, Фурион. Mm-hmm. Там, ну, вообще, крипы Чена. Короче, это правда, у Чена нет крипов, но в теории есть. У Чена нет крипов, потому что, опять же, Думсию съедает. Да, у него на один вкачано, это его переманил крипом. Он качает фейвор этот. Через Divine Favor играет? Да. Ну, в принципе, дефолт, он без ботинка играет на 18-й минуте. Это мы... Во, видишь, и там, смотри, дальше рапира сразу, да? Такой план, или что это такое? В уголке загорелось. Я не знаю, это план его на игру, что он хочет себе приобрести в квикбай, или что это? Ну ладно. Интересный момент был. Ну и что, внизу уже Вега забирает Т2.
Они дальше пойдут, я да, уверен. У них как бы все в наличии. Ой, еще глиф потратили. Вот, типа, когда так тратишь глиф, ты как бы байтишь противника. И противник, в принципе, рад забайтиться, я думаю. Правда, тут дровка, конечно, дошла до вышки, но я думаю, она тут много не сделает. То есть намного быстрее, естественно, 5 героев там пропушат. Хотя... Но они не торопятся идти на хайграунд. Они сейчас Вега отступает в сторону мида. Там все еще стоит Т2, который тоже можно забрать. Тоже деньги. Да, заберут. Дровка остается там на линии. Немножко стесняется пушать, но, в принципе, понятно. Там боится. Там прилетел Фурион также Дровке на помощь. А теперь Т3-то надо будет, возможно, уделить внимание, потому что, значит, Т3-то упадет. Это дело. Дайс, блин, сейчас был. Да. Через одну елку. А там драка тем временем началась, по идее. Да. Драка началась, и пошел ультимейт от Герокоптера. Герокоптеру уже довольно больно, но он вроде бы выживает пока что. Очень далеко тролль забежал. Но он не может как бы остановиться. Да. Не бежать, это правда. Да, у него нет опций таких. Ну что ж, нужно как-то сейвить пока что. Хотя там Аегис еще есть, да, но есть False Promise. Так, ну что, ультимейт залетает от коллапса по Ораклу. Это плюс урон для Легион Командер. Тролль решил на разворот все-таки подраться. На самом деле сейчас Дом придет, и зря они здесь остаются, по идее, Эликс, они тут поумирают все. Там уже готов врываться спейс, если что. Вот он набегает Гурин. Гурин на хосте. Боже, как же он может хорошо ворваться. Неплохой газ залетает от Дровки, но Дровку это уже не спасет, судя по всему. Дровку тут должны растерзать. Да. Даже Аегис не выбили в итоге, получается. Только фраг сделали на одном Оракле. Очень а много ресурсов, да. И вернулся. Очень и много ресурсов потратили. Да, и все хорошо Вега сделали. То есть они отпушили, и они здесь убили героя, и могут спокойно заходить на рампу. На самом деле, ломать тир-3 уже. Да, тролль вполне себе быстро справится с этой задачей. Там ГПК продолжает здесь настакивать ультимейт интеллект. У него 20-очек уже имеется. Ультимейт наличие. Так, ну что, нужно подсейвить как-то тролляку. Нет, все-таки дуэль еще одна выигранная для Легион Командер. Но тролль вернется сейчас обратно. Опять врывается ГПК. Вот он шваркает просто ультой, стирает сразу же Чена. У Чена байбека нет. Байбек делает дровка. Хорошо, Вега пока что отступают. Кримсон Гвард работает, тычка летит по ГПК, но его там отхиливают всеми силами. ГПК пока что живет и делает ТП на базу. Ну что ж, неплохо. Печально, что Т3 не забрали. Это было бы, наверное, самое идеальное развитие событий для команды Вегасквадрон. Но, с другой стороны, не могут сейчас поконтролить баунти руны. Пока есть возможность. Упс. Ну, так, это... неудача. 4 баунти рун, зато Вега забрали. Ну, да. У них и так было 12 тысяч, теперь 13 тысяч. Сейчас... Скорее всего, перегруппируются и пойдут опять на войну. Почему бы и нет? ОД как только купит себе какой-нибудь БКБ, чтобы сальница не ловить, или, может быть, Хекс, а лучше и то, и другое, это, конечно, будет конечная остановка для Эликс. Его ОД не остановить будет. Да, Эликсы пока что по миду отправляются на Т1 в надежде запушить все-таки эту линию. Вообще странно, что здесь Т1 все еще стоит. Обычно Т1 в миде, это здесь первый ковров, который падает. Ну да, вообще не пробивают. Еле-еле. Да, и Сенжин Яш уже появилась для тролля. Там в спину пока что обходит тролль, забирает руну иллюзий. Ну что, Т1 отдают, судя по всему, да, Т1 падает. Без Оракла решили не принимать драку, но оно и верно, что Т1 того не стоит. Кот на Аркану, кот внезапно, на Аркану. Внезапно, ребята, очередной кот на Аркану в нижнем правом углу. И 4 и Т5. Надеюсь, что на теке снарка. Ссылочка в описании, ребят, по стримам имеется с условиями, куда перейти и где его ввести. Так что поторопитесь. Только первый сможет забрать аркану. Самый быстрый. Такой же быстрый, как интернет одном ру. Сильно. ОДС решил пику фармить. На мой взгляд, он зря это, потому что пик это стоит, конечно, денег довольно много. Пика это БКБ, на самом деле, по деньгам. Но БКБ намного более... Профитный для него, да, потому что с БКБ ты просто вырываешься, тебе там вообще никто ничего не делает. На данный момент, пока там мало урона у дровки. А чё пика? Ну, такое. Ну ладно. Более мобильности тебе прибавит. Понятно, да, всё. Как бы ты прыгаешь, отталкиваешь от себя, там, тычки эти летят, ты продолжаешь стакать интеллект. Ну, вроде бы работает, но тут да. Работает, но БКБ хекс. Вот что работает в действительности. Это то прям есть, на верочку, мне кажется. Да, когда ты просто прыгаешь и в Герокоптера, у которого тоже БКБ, даешь ему хекс, сам жмешь БКБ и говоришь «Здравствуйте». Как бы, то с тобой делать нечего. То есть, если на тебя прыгает, например, Легионка, ты получаешь ульт Оракла, убиваешь Легионку, убиваешь всех, ГГ, ВП, ты победил.
Да, и успокоилась пока что игра, не торопится идти вперед у нас пока что Вега. Ну и это дает время пофармить их оппонентам. То есть продолжает фармить дровка, продолжает фармить гирокоптер. Да, конечно, они себя не так привольно чувствуют по карте. Но вы можете обратить внимание на мини-карту, как много вижена у команды Вега. Они просто контролируют все перемещение оппонента. Только один вард я вижу пока что от ребят из команды Эликс. Один, причем, из них под Т3 своим стоит внизу. Интересно. Я так понимаю, в какой-то момент они решили распрощаться со своим тауэром и решили поставить туда опс. Вард дает больше вежды, чем тауэр. Особенно ночью. Окей. И типа по этому поводу. Возможно, когда они оборонялись, поставили такой вард, чтобы видеть дальше. Это так делают. Это нормальная тема. Окей. Вот. Так что все хорошо у них. Catfish. Так, ну а в это время смог вылазка от команды Vega Squadron. В верном направлении они идут. Да. Спейси занял хорошую позицию. У него имеется Blink Dagger. Если что, сейчас вот дровку нашли и сразу же два ультимейта просто вкастовали. Перебор, конечно. Но да. С другой стороны, на Верочку, что бы и нет. Да, дровка-то байбек делала, но... Ну, знают об этом. Да, знают об этом. Что... Должны знать, что у дровки нет байбека, и, в принципе, это повод подпушить до 4 минуты. Ну, точно еще. Даже если они тайминг не записали, да точно нет. У них должно да быть... Да я думаю, что в голове, по крайней мере, должно быть, что там все еще таймер ну, есть. Да, скорее да, всего, да, байбека там и нет. И сейчас самое время идти и пушить. Пока есть такая возможность, да, возвращаться обратно на базу Фурион. Здесь уже Зитрекс вплотную подошел к Т3. Ну, легко можно на мид заходить, вот крипы близко. Там вот можно на перетяжке Чена было подловить, но... Зитеркс не заметил. Видимо... Опа! Оп. Здорово! Что происходит? А оно... Делает вид, что авка, это классика. Типа ты байтишь. Ой-ой-ой, спруты не очень удачные, закинул Эликс. Зиму забирают здесь, и зима отправляет. Ну типа понял, дурака байтишь, типа я АФК. Тебя начинают бить, а потом такой, я на самом деле не АФК. И в ответочку. Ну что, прожали глиф фортификации. Это, конечно, все замечательно. Отсрочит падение Т3, но центральная линия продолжает уверенно падать. Т3 забрали, пошел у нас ультимейт от гирокоптера. Зитрекса выталкивают, и забрать его здесь не удалось. Появится дровка сейчас. Очень играют на Верочку, так это назовем. Смотри, Т3 забрали. Пошли шрайн. Ну, знаешь, 20 тысяч преимущества. Сейчас еще можно забрать второго Рошана, который скоро появится. Ну, я о чем говорю. Прям супер на Верочку. То есть они могли, ну, они очень сильные. Они смогли бы дальше нагнетать обстановку, байтить на драку, выиграть драку, выиграть игру. Но они уходят на всякий случай, чтобы набить еще больше преимуществ. Забрать еще, видимо, Рошана одного. Собрать сатаник на тролле. Да, там сатанник, дальше будет бабочка появляться для гирокоптера, но мы, конечно, понимаем, гирокоптер вообще не боец, как-то я не увидел от него какой-то пользы в целом по игре. Единственный боец пока что, который есть в наличии у оппонентов Веги, это, конечно, дровка, но дровка пока не имеет столько артефактов, чтобы наносить ту тонну урона, которую она может наносить, поэтому ну, да. Это тоже печально. Так себе. Я тут вчера смотрел, или позавчера, или вчера, как дровка в позднем лейте победила Ланнисера. Это играли Гамбит. Аганима, наверное, да? Да, там было Аганима и Мьёльнир. Гамбит с кем-то там играли, с Альянс, что ли. В общем, или с Непами. Не суть. А главное, что действительно, если очень много предметов, даже таких сумасшедших героев, казалось бы, как Ланнисер, дровка способна побеждать, но тут не та ситуация. Предметов с точкой нет. Это правда. А Рошан есть. И это второй Рошан Сыроегис теперь для команды Вега. Очень быстро там Зитрекс соло справляет. Жесть. С Рошаном, что избивает его. Бедный. Я жду все, когда добавят скины из Жожи в доту. Я думаю, какой-нибудь для тролля подойдет. Точно. Из этой вселенной. Ну что ж, Сыроегис, и можно идти пушить. По центральной линии отправляется пока что Вега. Внизу пытается сплит-пушить там Фурион. А кого здесь подловили... Это зима. Ой, зима. Это ой, честно, зима. Честно сказать, игрок с ником Зима не произвел впечатления вообще никакого. То есть он как будто бы... Вот он что есть, что его нет. Там сразу в трон. Ну да, чего нет. Сразу в трон отправляется команда Вега, понимая, что там и байбека нет. Сейчас еще забирают, конечно, Спейси, но Спейси делает Спейси для своей команды, потому что в это время падает Т4. Сыроегис, все есть, Дум есть, Оракл ульта есть, нет дровки. Я думаю, они остановят трон тут. Никаких шансов защитить его, скорее всего. Тут, конечно, пытаются как-то бороться с Вегой, но тут Дум прогоняет гирокоптера. Начинает падать трон. Слушай, Фурион сейвит трон. В Спартаме. Стратегии знаменитые вот эти. Но как бы... Во-во.
Это из какого-то из выпуска Dota 2, по-моему, точно было, да. Момент, когда круты ты не можешь. И в итоге они не смогли сломать трон. Так, дуэль на развороте, подцепили Гурина. Но это может быть ошибочкой, потому что Зитрокс прожимает ультимейт, вгрызается в коллапса. Коллапс успевает убежать. Троллю довольно больно, получает фалс промис. В это время ГПК врывается в драку, забирает дроу рейнджера. Дровка отправляется в таверну, байбека не имеется. Убегает отсюда гирокоптер, наполовину битый. Тролль в итоге выжил, вгрызается в зиму, зиму забирают. Ну и все. Команда обратно под фонтан. Ну что, еще один спруты напоследок? Нет, Сатурина нет, не будет. ГГ написали. Ну да ладно. Ну слушай, да, я с тобой согласен. Прям Вега на первом.